Привет всем, ребят, с вами PlayGame.ru. Сегодня мы будем играть опять, как и в прошлом видео, в PUBG Mobile Lite. И перед началом ролика я хочу показать вам канал Саня45Pro. Вы его уже видели, я вам как-то показывал. И давайте посмотрим. Ну и вот мы на канале Саня45Pro. Я как-то уже рекламировал его канал, показывал вам, что он снимает то же самое, что и я. А я снимаю игры, как вы видите. Ну, может еще что-то другое выложить. Там игры, музыку какую-нибудь. И всякое такое. Ребят, обязательно подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на его канал тоже. Нам будет вдвоем приятно, если вы подпишетесь на нас. В том числе на его канал тоже. Так, ребят, ладно, не будем долго медлить, перейдем сразу в нашу игру. Ну и вот, ребят, перешли мы в нашу игрушку PUBG Mobile Lite. Так, вот я только что получил куртку. О, ух ты ж, прикольно. Прикольно смотрится. Так, ну вот калаш. Ну и чё? Не-не-не, я со скином хочу. Все нормально. Так. Угу. Хорошо. Сделаем сейчас так. Ребят, ну, а если вы не знаете, что я делаю в PUBG Mobile, то я стараюсь как можно дольше, короче, тащить в катке. Так, ага. Получим. Получим. Все прикольно. Прикольно. О, еще получим. Да, понятно. Ладно, короче, не будем долго медлить, перейдем лучше в игру. Ребят, ну а вы наливайте чаечек, готовьте печеньки и переходим к игре. Хрум-хрум. Ребят, не забывайте подписываться на мой канал, канал моего друга, и ставить лайки. Привет всем. Привет. Все, переходим к игре. Я полетел. Так. Я, пожалуй, полечу вот сюда. Сделаю я чуть-чуть потише, чтобы было слышно и меня. Угу. Ай. Угу. Первое дело, что нам нужно сделать, это найти какое-нибудь оружие. Угу. Угу. Я не знаю почему, но у меня почему-то, как видите, подлагивает. А это уж, пожалуй, плохо. Дерьмо, то ого. Видите. Так. Жалко, только прицела нету. Ребята, обязательно напишите в комментарии, что мне следующую записать, ну, какую я имею в виду. Там,
У меня есть GTA San Andreas, также PUBG Mobile, Clash of Clans. Что? Так, подожди. Так. То есть... ну ладно. Clash of Clans есть, Meadow 2. Ну, в общем, напишите в комментариях, какую игру мне заснять дальше. Ну, а мы пока переходим, играем. Оп. А, я... Всё, я упал. Ладно, пофиг, у нас есть аптечка. Так, заходим. Так, тут ничего нет пока. Чисто. Аптечка-то обязательно. О, эмочка. М41, по-моему, я не помню. Угу. А, ладно. Пофиг. Так. Тут посмотрим. Так. Тут... А, ну да, тут ничего нет. А, короче, в этом доме ничего нет, все пусто. Слазим нафиг. Так, у нас ничего нет. Угу. Я все обсматривать не буду, конечно, но... Пойдемте, короче, до машины. Она, вон она. Наша бибика стоит, ждет нас. Так, зайдем только сюда. Да, правильно, толкнул ее. Ай. Побежали, побежали. Давай. Все. Пошлите. Все, мы едем. Сейчас будем искать каких-нибудь врагов. Ай, ай. Ай-ай. Так, по сторонам смотрим. Никого нет. Ребят, обязательно подписывайтесь на мою группу в ВКонтакте. Или проще говоря, ВК. Блин, да что ж такое? У меня лагает. Подлагивает. Опа. Летит. Летит. Поехали за ним, короче. Поехали. Догоняем. Нет, наоборот, оставим. Куда ж ты едешь? Гонщик нелегальный. Профессиональный. Ох, ёп. Чё? А, во. Ещё один мерцает. Бам! Да ну давай. Так, блин, мне это не нравится, меня лагает. Это очень плохо. Чё я туда бегу вообще? Ладно, побежали в другое место. Там делать нечего, только то, что ящик этот жалко оставлять. Ну ладно. Ваш товарищ умер. Да пофиг. Я тебя не оставлю живых. Опа. Вот это да. Вот это ничего себе. Три оружия. Угу.
хороший пацанчик попался к нам. Короче, погнали. Так. Уйдем. О, Мортига, принято, как у нас есть тихо-таде. Нет. Убил не я, к сожалению. Зараза. Все, я умер. Ребят, я умер. Все, капец. Доигрался. Ребят, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, сделать ли мне стрим по PUBG Mobile Lite. Если да, то ставьте, короче, плюсик. Как пиздец. Все. О, ночь. Да уж. Ой, умер. Прикольно. Ладно, выйдем. Мортига, мать. Вот такой красивый я. И все пугаются меня. Так, я думаю, такое себе видео. Но все-таки, ребят. Может быть, чуть попозже я сделаю стрим по игре GTA сам, ну или San Andreas на Android. Ребят, ну, пожалуйста, поставьте мне 2 или хотя бы 1 лайк, и я попробую выпустить сразу GTA San Andreas. И всем спасибо за просмотр, обязательно просто, вот вообще прям как обязательно подписывайтесь на мой канал, канал друга. Подписывайтесь на мою группу в ВКонтакте. И всем спасибо за просмотр, ставим лайки, пишем комментарии. И всем пока, удачи.